в самом разгаре. Найтсталкер первым пиком для ашеров. В бан отправились Бэтрайдер и Ликантроп от OG. Ашеры избавились от Никса и Эрспирита. Ни в коем случае не хотят отдавать Джерексу его сигнатурочку. Ну и посмотрим, что заберут себе OG. Призадумался Флай. Довольно много времени уже потрачено. Может появиться какой-то Висп, но это Виверна. Это просто Винтер Виверна первым пиком. И тут же Слардар. Ну а теперь придумывайте, чем вы будете против этого играть. Так, ну что, теперь пошел бонус тайм у ашеров. Приходится играть против минус армора, либо брать какой-то сейв, либо продолжать гнуть свою линию, что тоже смотрится вроде как неплохо. Да, у ашеров сейчас очень плачевная ситуация на данный момент. 1-4 по картам. Если сейчас проиграют еще эту карту, то будет 1-5. Тут уже все совсем плачевно становится. Минута 30. Виктор? Да. Кто умирается? Пики здесь? Из героев. Против Сладдера и Винтер Виверны. А я не знаю. Ну, Дарксир может быть и нравится. Тогда надо еще что-то крутое добирать. Типа фантомки какой-то, врываться, убивать эту Виверну. Да? Так и есть. Я надеюсь... Ашеры в этой игре покажут хоть какое-то сопротивление против OG. Хоть как-то будут бороться. И вот чтобы бороться против таких вот стратегий, как, допустим, которые используют OG, есть одна простая. Bounty Hunter, Darkseer, Phantom Assassin, Faceless Void и Speedbreaker. Такой стратегии однажды корейцы и вынесли OG. Да, было такое, было. И она очень простая. Ты просто кидаешь треки и бьешь. По двумя щитками. И воюешь по КД. Не знаю почему, но многие просто забивают на эту стратегию. Хотя, ну, видно, что... Надо драться постоянно. С этой стратегией нужно постоянно так драться. Так это ашеры, вот пусть они идут постоянно. Так ашеры разве дерутся постоянно? 5 фрагов за прошлую игру. Не, ну там их доминировали. Предыдущая игра, они тоже не старались драться. То есть это не та команда, которая ломится тогда в файт. На что они рассчитывают? Я не знаю, на что они... Ну ты вспомни Пугну. Они не пошли с ней давить, хотя да. Преимущество было. Им нужен тренер, Витя. Возможно, им нужен тренер. Либо поменять какой-то стиль игры. Тот, кто их наставит на путь истины. Ну, им получается, что в их плейстайле им нужна спектра. Ну, а очевидно, что в случае с их уровнем игры им реально нужна спектра в каждой игре. И чтобы они просто фармили так-то расслабленчики. Ну, других вариантов я вообще не вижу. Забанили Лансера. Побоялись, то, что опять возьмут его и попробуют. Ну, у них уничтожить. Опять... Да, у них опять мало АОЕ. Они опять толком этому Лансеру ничего не сделают. В прошлой игре они вообще пытались его законтрить Найксом. У них это не получилось. Я думаю, они вообще в шоке. Как так? Как такое могло произойти? Обычно это контрит. Ну, не знаю, зачем его брать. Зачем они его взяли так? Не знаю. Вот. Я не знаю. Ну, смотри, OG продолжает банить Свена. Такое ощущение, что они к кому-то готовятся прям вот, постоянно убирая Свена из драфта. Может, ему просто не нравится? Он арморчика много дает. Да. Слардар дает минус арморчик, Свен дает арморчик. Плюс армор. И зачем он тебе нужен, когда ты пикаешь Слардара? Плюс на минус дает нам ноль. Вот. Та Слардар получается бесполезным практически да. Своим ультимейтом. Минус Эмбер Спирит от
OG. Кстати, Эмбер здорово смотрится. Flame Guard под щитком Darkseer. Он влетает. Такое тоже было. И бомбит. Артизи уничтожал, да, в свое время такой стратегии. Ну и минус инвокер. Не дают Ане сигнатурочку тоже. Умеет он играть на инвокере. Да. Я так понимаю, это два саппорта у OG. И время брать просто какого-то мобильного флейнера. Может, какую-то темпларочку взять под этот минус армор? Рано? Щитки. Ну, щитки, зато там просто ваншот, может быть, поэтому Darkseer. Там дизолятор, коррозив хейс, выстрел, и никаких щитков больше не будет в ближайшие 40 секунд. Да, какой-то обычный, простой, дефолтный оффлейнер сюда залетает, и все. Или мобильный керри, который может пойти и на центр, и на легкую линию. Как вы на это смотрите, Виктор? Я смотрю, на все обыдрались. Вот так угадаем. О, банша. Неплохо вроде как. Ну, кстати, экзорцизм. Экзорцизм. Получает плюшки. От того, что на противнике висит Corrosive Haze. Да. И чем меньше армора, тем больнее бьет экзорцизм. Да, еще Corrosive Haze дает Vision. И ты не можешь скрыться от экзорцизма. Да. Ну что, 30 секунд. Пора Ашерам сделать выбор. Ведь сейчас профетку нужно защищать как-то будет свои вышки, драться под экзорцизмом. Под Darkseer надо что-то взять. Вакуум обычно. Штука такая, на которую нужно поставить либо купол какой-то, либо статик шторм от дизраптора. Ну, появляется лич третьим пиком. Вот. Но это не Свен. Это не Свен. Это совсем не Свен. Это плюс 9 армора. Это плюс 9 армора, но там, короче, хейс поярче отнимает. Недостаточно. Недостаточно. Нужно что-то еще взять. Еще что-то. Ну, пока провал. Лич, он никак не сочетается вообще толком с этими героями. Щиток ты... Антимейдж. Ты щиток личу не дашь. И лич под стяжку никак не зафиксирует противника. Да, я же говорю, я ждал какого-то дизраптора, может быть. Я тоже, Field, да. Филд, статик шторм и вроде но уже... Но об этом знают только Вертуса. Ага. Только они знают об этом. И то, по-моему, позабыли. Похоже на то. Ну и теперь нужен кто-то, кто контрит антимага. А кто контрит антимага? Фантом Ассасин. Или тролль. Средняя. Не контрит, я бы сказал даже. Ну, среднячок. Ну, то есть надеяться на то, что пропрет тонна башей, и ты, да, местами не дашь ему наносить урон. Но появляется Манта Стайл. На крайняк появляется МКБ или Блэкинг Бар, и он мнет. Он да по-прежнему тут, да мнет. Тут даже не в этом дело. Тролль худший герой против Винтер Верны. Ты кого-то начинаешь убивать, она дает Cold Embrace. Ты прожимаешь БКБ, она может дать прям БКБ в тебя, и ты никого не убьешь. БКБ заканчивается, ты опять же ничего не делаешь против дизейблов. Ну и короче, не знаю, тролль вообще никак не сочетается с этим. Вообще, вот он просто есть как бы как герой, и толку-то. Так, ну что, 10 секунд, остается бонус тайма. Нужно забанить еще одного героя OG. Кого убрать? Тролль. Кого-то, кто бьет с руки сильно. Я не знаю. Ну, еще одного героя. Лина. Ну, Лина вроде как неплохо. Лишняя нужна... фиксация под Darkseer, можно даже скомбинить, если вы очень жесткие. Нужна комбинация под Darkseer, и нету ни одного героя. Вот ни одного, просто ноль героев под Darkseer. Сейчас появится. Кто? Этот герой, скорее всего, пойдет в центр. Кто там будет комбинить под Darkseer? Dragon Knight Breastfire. Минус дэмэдж сразу у всех. Вот это да. Сильно? Death Prophet уже боится. А Магнус? Магнус неплохо смотрится. Под троллем-то, ух. Да? Да. Только про Магнуса тоже многие забыли. Вчера был у нас. Ну, LGD мы размотали. Пара команд только о нем помнит. Так, ну что, 13 секунд. Еще одна секунда бонус тайма. Ашеры. Пора обозначить уже своего мидера. Хотя, возможно, не тролля поставит мид.
И сейчас появится кто-то другой. Это ОД. Я думал об ОД, но потом... Худший герой. Что-то... Из всех вообще. Лучший или худший? Худший. Худший? Ну, что ты будешь им делать? Антимага? Как он убьет? Просто прыгает на тебя антимаг, нажимает БКБ, и он тебя башит. Это менеджер по развлечениям появляется, да, у OG. Да, самый. Там брюмастер. А по поводу комбы ОД с Дарксиром, что делает? ОД с Дарксиром? Ничего он не делает. Против ДП. ДП дает ОД сайленс. Он выбивает весь интеллект, потом вакуум и ультимейт. Конечно. Жестко, Димон, жестко. Ему бумастер дает пиво, ДП дает сайленс, и он вообще ничего не делает. Не знаю, тотальный аутпик. Если бы мне дали пиво и сайленс, я бы тоже ничего не делал. Потому что я комментатор, во-первых, я бы замолчал под сайленсом. Да. И навернул бы пивка. Получается так. По-моему, сверху изи вин. Вот я считаю контроль у ашеров против антимага. Вот давай посчитаем вместе, сколько здесь станов. Вот именно станов, сколько здесь станов. Прям жестких? Ноль. Нам нужен габлак. Да. Он знает, как без станов убивать Вейера. Ну, не убивать, Ашерам пытаться. Нужен габлак прямо сейчас. Звоните недорого. Так, ну что? Пики сделаны, пиков больше нет. Fly, Jerax, Snowtail, Ana, S4. S4 будет играть на брюмастере. Я... Кстати, в какой-то момент подумал, что и Нотейл может вспомнить свои былые годы и поиграть на брю. Посмотрим, что смогут ашеры показать в очередной раз. Пока он не сдался. Ну, судя по всему, в этой игре тоже у них все так себе. Ну подожди, ты рано хоронишь. Ну, блин. Дай шанс. Я, конечно, все понимаю, выиграть игру без станов, но выиграть игру без станов против антимага — это уже финиш. Это уже прям, знаешь, такой непосильный челлендж. Все возможно. Все возможно. Все иногда происходит. Может быть, впервые. У свифтендинга там премиум, он будет башить. Может. Вот, пожалуйста, ты помнишь финал одного турнира? Тролль забегает в ОД. Да, я помню. Премиум аккаунт работает. И башик ему. И башик, и башик, и башик. Так, ну что, стычка будет или не будет? Кейсер стоит на хайграунде. Тут погоня за S4. S4 с гаражным щитком у него. 4 танга. Каково ему будет здесь против тролля? Вообще будет поить пивком, и все должно быть неплохо. Ну... Тролль будет радоваться этому и да. Частенько будет давать возможность S4 не получать дэмэдж. Ну, вообще у него такая приятная линия, там опять же станов нет. Там есть только микробаш от Найтсталкера. Jerax бежать отсюда, попытался украсть руну, ничего у него не вышло, в итоге по 2 баунти рунки. Все ровно. Если Найтсталкер на легкой линии использует Void, то брюмастер просто делает тап-аут. Все. Легчайше. А башек? 10%. Нормально. 10 не 0, Димон. 10 могут сработать легко. И да. Несколько раз подряд еще. Давай посмотрим. Пока у Найтсталкер такой закуп, что он вообще с брюмастером не собирается махаться. У него сапог, а у брюмастера апнутый щиток. Я прям чувствую, как брюмастер уже палкой Милану дает. У нас курьер погиб. Да. Очень рано у ашеров погибает курьер. Jerax его забрал. Пытается сейчас отдаться нейтралам. И у него вроде даже как получится. Правда, 26 секунд придется сидеть в таверне. Ничего. Сверху жестко. Сверху брюмастер вбежал в крипов, сыграл на себя тролля. По итогу линия пушится в сторону брюмастера. И брюмастер теперь спокойно получает под вышкой всех крипов. А Найтсталкер сапогом такой на это дело смотрит и смотрит и плачет. Он просто... А сейчас отводы будет делать, все нормально, стак уже вот сделал. Ну так, он сделает отвод, и брюмастер тоже может сделать отвод. У брюмастера как... и так все хорошо, он стоит под вышкой и фармит у него. Да. Сейчас у него крипов больше, чем у тролля.
Так, да. 6-7 крип в копилку падает. 8-1 против 4-0. Неплохо. Неплохо. И вот сейчас он может сделать отвод. Он, допустим, знает, что Найсталкер запулил. Дабл. Да-да-да, дабл. Отвод. И он теперь сделает одиночный отвод. Или он будет хитрее. Он пойдет к Найтсталкеру. Он пойдет экспиться к Найтсталкеру. Ну, он там особо ничего не на экспит. Нужно вот это пулить. Да, о, мой мальчик. Как же он хорош-то. Эх, не зря он это выиграл. Как и ты? Нет, мало-мало, слабенько. Не смог отпулить. Ладно, в другой раз получится. Заметь, не я это сказал здесь. Это ты сказал. Ну, понятное дело. Мы с тобой договорились. Да, в паузе. Конечно. Так, будет ли станчик еще один? Да, будет станчик. Домой. Лич отправляется в таверну. Флай делает фердбат. В итоге мид, если не ошибаюсь, выигрывается, с учетом того, что здесь торчал лич. ОД. Нет никакого преимущества. На ботом лейне 13-9 у антимага. Он очень много денает. Дарксира выгнали в лес, и там ему тоже фармить не дают. Он возвращается с ТП на шрайн и просто пойдет фармить в леса, что позволяет антимагу просто сейчас пушить начать вместе с Виверной и уронить вышку на ранней стадии игры. Ну а СФО просто замечательно себя чувствует. Очередное пивко на тролля, забирает крипов на себя. Заметь, короче, если хочешь опускать брюмастера двойным отводом, то тебе нужно вот этот кэмп просто заблочить. Допустим, поставить вард, чтобы крипы не появлялись. В этом случае ашеры как бы на этой линии стоят, и просто брюмастер остается без экспы. Они этого не сделали, и по итогу все вот эти вот двойные отводы на сталкера, они толком вообще ничего не дают. Потому что брюмастер делает то же самое, и крипов теряет роль. Пошла погоня. Джейфо. Крипчик его показывает. Отпивается флаской здесь но тейл. Да, ну и приходится личу здесь торчать, хотя Джейфо любит на ледяных поиграть, я так смотрю. Ancient Operation, лич. Ну, Тейл присылался к Кейсеру, есть замедление, Кейсер еле-еле передвигается, станчик, что будет по двоим, да, красиво. Это минус лич 100%, а Кейсера можно и отпустить. Красота, все здорово сделали ребята из OG. Джерекс под Кларити, нажимает спринт и побежал на топ, что ли? Mm-hmm. Ну, а здесь они что могут сделать? Ну, могут просто побить тролля, у тролля мало маны. 6 тиков. Зря они антимага так отпустили. Если OG выиграют эту карту, то он станет 900-й победой на просцене для СФО. Так замечательно. Смотри, короче, антимаг стоит на легкой линии. Вообще вот Дарксир антимагу мало что делает. Антимага имеется... Он щит. Сейчас кольцо себе купит просто и все. Да, антимага имеется щит, он может купить себе большое кольцо, маленькое кольцо. И весь вот этот вот харас через щитки, он нивелируется, он просто не работает. Ну, то есть толку от того, что ты стоишь здесь дарксиром, немного. Ты его не напрягаешь, он топ-1 по нетворсу. Джейфо, снова пошел дэмэдж. Красиво. До конца. Конечно, до конца. Здесь не уже сил. Джерекс. И... можно просто уничтожать. Третья смерть лича. Я вообще, кстати, не понимаю, а что лич делает в центре? Вот. Он пытается помочь Кейсеру, наверное, но пока слабо получается. Пока он помогает Нотейлу. И снова минус курьер. Ошибочка. Ай-яй-яй, что сейчас произошло? Там уже больше 3000 преимуществ у OG. Да. Куда пришел Милан? Что он хочет здесь сделать? Как раз таки шрайн появляется на 5-й минуте, так что... вариантов подраться здесь нет. Ну и она стоит. Спокойно стоит на своем лейне. 34-35 уже на 21. Огромное количество денаев. Просто он тут вот-вот получит 6-й уровень. Ну, вот смотри, брюмастер хорошо. Он стоит на сложной, кидает пивко, и тролль промахивается. А Дарксир против антимага плохо на сложной. Не кидает пивко? Он не кидает пивко, да, и антимаг не промахивается. Есть такая проблема. По итогу брюмастер на своей сложной линии, из-за того, что Найсталкер толком там не может помочь троллю, он просто этого тролля уже начинает гонять и обгоняет по нетворсу. Он напрягает. Он, правда, в миде опять. J4 и ОД. Не, надо расходиться, ОД надо прочный. Расходиться. Здесь слишком много игроков Ашер. Четверо уже прямо сейчас на 6-й минуте. Позвали, допустим, будет Void по деспрофит, а дальше что? Просто тэп-аут. Да. Даже по читкам дэмэджа не хватает. Ну, так нельзя. Так вы теряете по всем лейнам просто. Да. Тут фрифармят, там фрифармят, тут лес фармят. И в итоге у антимага сейчас будет бэф какой-то на 11-й минуте. И он сделает блинк в лес, вернется через 12 минут и уничтожит всю команду. Да. Витя, хочешь новости? Ну.
Envy убивает Virtus.pro. Envy. Ну что, Envy? Который, Envy, если не ошибаюсь, игрок. Вышел 0-4 с первого дня. Убивает Virtus.pro. Выход от Джеракса, Джейфо. Нет, никаких шансов до здесь. До свидания. Еще экзорцизм прожимается на всякий случай. Мне кажется, ОД сейчас его прогонит с этой линии. Что ты здесь делаешь, спрашивает ОД. Ну, забрали хотя бы Джеракса, уже неплохо. 33-й получает хоть какой-то фарм. Конечно, это не сравнится с тем, что сейчас выносит антимаг, банша и так далее. Тут уже пол вышки пало, если что. Лич снова тут. А, ну заберут, кстати, ну ты. Хотя нет, станчик. Здесь еще Дарксир. Но Тейл погибает. Да. Неплохо. Неплохо, вроде как. Старта тоже можно разобрать. Хорошо. Вот она, стратегия щитков. Третий. Пошел. И еще щиток, еще. И ОД. Прятать Найтсталкера. Спасти его. Найтсталкер погибает. ОД решил, что... Зачем? Трипл килл 33-го. А вот и Брюмастер. Минус Джейфо. Булыжник пошел в ОД. Надо вроде как прятаться. Ну, спрятал огненную панду, потому что она наносит всех больше циклон. Урона. Надо циклон. Поднимать циклон. Очередной булыжник. Вот доберется сейчас. Ли до шрайна, а шрайн пустой. Так. Диспел. Станчик. Хорошо. Не хватило урона. Хватило урона, да. Прочно. В общем, ОД просто продал своего братюню. Он его тупо решил не прятать в астрал. Просто бежит такой Найтсталкер, в него летят орехи, он думает, братан. Терпи. Терпи, да. Так а что, Envy там прям сильно убивает? Ну, 11 на 5. Хотя нет, слушай, я это пошутил, прости. Ну, типа там просто это, перефарм. Ладно, у них еще есть шанс. Прости за... Дизинфу? Да. Че, Дима, тебе можно. Так, навел интриги. Так, ну теперь в миде. Ну, в миде Джеймс, 0-5 на личе. Продолжает активно помогать ОД. Помогать в кавычках? Ну да, не знаю, пойди он на легкую линию, он бы уже давным-давно прогнал оттуда Брюмастера. И тролль чувствовал бы себя хорошо. По итогу тролль, который в итоге уже испытывает огромные трудности с тем, чтобы стоять на легкой линии, просто убежал вниз. И сверху да. Никого. Ну и антимаг просто уходит туда. Да. Тут же переключается на вышку, у него есть персиверанс. Ему, если не ошибаюсь, летит уже Клеймор. Да, ему остается выфармить Бродсворд, который не за горами. Джеракс. Снова ищет. Тут 33-й еле живой. Не знаю, спалит ли он сейчас Джеракса. Скорее всего, да. Можно врываться. Вот он брю. Пошло пивко. Надо встретить... Ай, поторопился Джеракс. Со станом. Должны были делать фраг. Руна инвиза. Очередной экзорцизм, чтобы спушить Т1 в медле. С4 через 15 секунд буквально будет ультимейт. Вышка упадет, можно отправиться на ботом. На топе антимаг прекрасно себя чувствует. Ему здесь помощь не нужна. И вылазка вниз. Уходит. Но тролль еще не созрел. Он пока зеленая ягодка. У него маска смерти и все. Он там ничего не сделает. А антимаг уже зреет. Он находится на сложной линии и прекрасно добивает крипов. И при этом тут нападение. Дарксир. Есть булыжник. Не туда побежал. Как он старался уйти-то. Он сам себя запер. Ладно. Он старался. Он старался, да. Плюс 20 дэмэджа берет антимаг. На 11 минуту снова приходится от тролль. Она делает блинкаут. Он просто сейчас пойдет и дефармит в леса. Там как раз баунти руна есть. Получит БФ и сможет с ним сместиться на любую линию. Через 75 секунд только будет экзорцизм. Поэтому, наверное, не получится пропушить ботом лейн сейчас. Джеракс. Вот-вот получит 6-й и будет коррозив хейс. И ДПЧка задувает. У нее есть реген. Да, можно тратить ману, без проблем. Это пульта есть, да, можно поспамить. На улице день, и у Найтсталкера ночи нет. Есть Винтерверна, с Винтерверной очень приятно пушить. Отлично, контрит, видишь как? Да. Окупается. Пошел импакт. Но вышка все равно падает. Надо переагрить крипов хотя бы. Надо еще одну новую дать. Джеймс, дай новую. Ну, переагрить крипов.
Так, вышка по... Сейчас баш может пройти, просто боится. Антимаг, там стики пошли. Засейвили АМ, мом прожат. Надо сделать блинк и кинуть мановойд, но не стал это делать Анна. Просто прогнали отсюда тролля. Вышка в итоге упала, но это денай от Найтсталкера. Там летит БФ, я так понимаю. Да, да, БФ уже есть. Ну и лететь теперь наверх. У OG замечательный пик, они могут спейсить для антимага сколько угодно. Там ДПшечка, Брюмастер, Слардер и Винтерверн могут четвером навязывать драки. А у антимага снизу весь лес. Он сейчас заходит его и с удовольствием чистит. Динай вышки на топе. А, это не да, это флай тут запотел. Соло. Просто саппорт подходит и... На! И вышка падает. Оп. Жестко! Жестко. Саппорт соло забирает в РА. А Шер, они вот пока бегают на своей половине и думают, как бы нам вышечку забрать. А вариантов никто им не дает. Ну, тролль говорит, ну давайте попробуем по двумя щитками. У меня есть момчик. И время пришло. Я вижу, Анна фармит с дикой скоростью. Баунти руны собирает флай. Так, тут будет выход какой-то. А, ну, можно даже заткнуть и попробовать убить, но что-то не стесняется антимаг здесь. Не особо боится, хотя вроде как в кармане только БФ и меньше 1000 здоровья. Если в тендинг до него доберется и пройдет пару башей, то этого хватит. Что, Рошана пошли бить? Да. Через экзорцизм? Да. Ашеры думают, что где-то там прячутся АДЖ. А АДЖ там не прячутся, они просто идут на Рошана. Если никого не нашли, то вы можете пить вышку все вместе. То есть не обязательно дальше стоять и играть в симулятор АФК. В итоге они побежали пешком, они бегут в сторону Рошана. Да не, они не успевают, они не успевают при каких раскладах. Рошан уже падает под экзорцизмом, коррозив хейзом. Не было шансов. Ну и в результате... Все слишком просто, антимаг 7500, у тролля 5300. Да, при том, что антимаг сейчас будет еще быстрее разгоняться. Выход на нотейла. Есть замедление. У него Егис, не стоит забывать. Да, нет экзорцизма. Кажется, смогут засейвить. Пивко будет. Пошел чайник. Не слишком ли много в сандале или героя? Встает нотейл. Пошел сайленс. И на этом все. Это чтобы дропнуть. А Егис как-то... Неплохо, неплохо, кстати. Но это лучше, чем ничего. Это уже лучший мув за последние 10 минут, чем все, что они делали до этого. Здесь клэп, СФО остается без маны. Успел. Corrosive Haze имеется. ДПшечка пошла, антимаг забирает сверху вышку. И самое время начать бороться против антимага. А как против него бороться? Ты его догоняешь, он делает блинк, уходит с Эйлиса. Тауэр. Ты даешь ему сурж, и он его станет. План капкан. Но, по-моему, не сработает. Да. Она уже улетает. Лучше на ботом. Без шуток, это реально вообще лучшее, что могут придумать Ашеры в их ситуации. Так. Погибает Лич. Брюмастер разложился. Тролль передумал. Тролль передумал, а 33-й уже передумать не может. Кидает на себя сюрш. Должен сейчас получать какой-то булыжник, но пока смотри, Юл. Смотри, смотри, Кентавр. Станет Винтерверну и забирает ее. Красавчик, Дарксир. Кентавр батя. По итогу 2 в 1. Подходит Найтсталкер, пошел, ищет, кому бы можно было бы. А все, уже спринт, бежать, но тейл тэп-аут, будет Астрал. Ли Астрал, он не видит, ночь, ничего не видно. В общем, пока у антимага не было манта стайла, можно было бы попробовать хоть как-то дать ему сайленс и попробовать убить. Но вот фишка в том, что манта очень скоро появится с таким фармом, как бы яшка уже есть. Не, я не знаю, как здесь Ашеры будут останавливать все это. Вот просто не понимаю. Ну да. Ну то есть вообще идеи нет. Просто вот в одни ворота. Вот даже вот вопрос, как они будут убивать Брюмастера. Вот Брюмастер прыгнул, дал клап. Обычно у тебя варианта два. Ты либо убиваешь Брюмастера до ультимейта, либо его не трогаешь. Но фишка в том, что ты его в принципе не можешь убить до ультимейта. Он прыгнет, он будет тебя бить, пинать, у него останется мало жизни, и он нажмет ультимейт. Есть проблема такая. Да. Ну ладно, может быть у них есть план. Может быть они знают, как побеждать. Ну хочется верить в это. Ну да. Ну не просто же так они пикают героев без станов. Наверняка есть задумка. Ого. Тут еще и куча эншентов, которые достаются антимагу.
просто их выфармит. Ты посмотри, как же ему летят деньги. Это 17-я минута, у него к 20-й уже будет далеко за Манта Стайл. Да. И вот она, смок-атака. Дарксир, ОД, Найтсталкер пошли. Только вопрос, куда? Пошли вниз. Атосом будут ловить антимага. Уже неплохо. Уже неплохо, но манта сейчас появится. Да. Уже плохо. Не, ну, разводишь, короче, антимага на манту атосом, и потом в настоящего антимага даешь сайленс. На круто. 8 секунд. Неплохо, неплохо. Потом покупаешь ноуды Хекс в будущем. Пытаешься понять, что все это время делал антимаг, почему твоя база стоит? Так и есть. Так и есть. Ладно, пуш начался. Ну, тут попытка зацепить. Надо Виверни как-то засейвиться. Куча дэмэдж заходит. Есть танчик от Джеракса по двоим. Пошел еще. И Брюмастер своим ультимейтом разваливается. Найтсталкер разваливается. Здесь ОД. Можно продолжать преследование. Дотянется лишь Тормдух до свифтендинга. Не, не дотянется. Убежал. Ну, как бы без шансов. Они, конечно, попробовали напасть. Их, я уверен, тоже не устраивает то, что антимаг фармит и перевес на 17-й минуте с антимагом уже 11 тысяч голды. Но, как мы видим, здесь уже у OG есть все необходимые артефакты. Есть Иул на Деспрофит, есть Блинкдаггер на Слардере. Вот. Ну и перефарм слишком большой. Они просто не могут остановить антимага. Вот ну, сейчас подходит, 33-го можно дать коррозив кейс. Он решил подсветить тролля, но погибнет здесь, скорее всего, Слардар. Загулял немного, Брюмастер запрыгнул, будет и пивко. Антимаг запрыгивает через манту, пытается зафоксить. Есть чайничек, успевает прожать стики, и можно забить антимага. Хотя хороший ультимейт здесь от Виверны, тем самым сейвит антимага. ДП далеко. Вот она рядышком, рядышком подошла. Сайленс отсутствует, есть сифончики. Сифончик у одного, сифончик у второго. ОД продолжает бить, но его здесь просто затыкивает Брюмастер. Антимага спрятали, постарается ОД уйти, но, к сожалению, Сайленс адеспрофит, и ОД погибает. Остается одна деспрофит, и, к сожалению, у нее имеется Sour Crest. Она слишком прочная, ее никак не может убить тролль. За троллем убегает антимаг, антимаг его преследует. Тут есть святыня и... Миссы. Задувочка под минус армором. Ну, здесь уже Слардар, да. Ну, тут сейчас будет станчик. По-моему, он это, зря святыню использовал. Все равно погибал, типа? Все равно погибал, да. А, тут еще и Милана достали. Который, видимо, хотел помочь троллю, но без вариантов. Просто салат. Как же они их месят. При этом, слушай, размен по деньгам ровный. По деньгам, да. Но с учетом того, что антимаг делал фраги, а тролль погиб... Да. Разница колоссальная. Потому что Анна-то продолжает набирать, и у него в скором времени появится бабочка. И тогда у тролля начинаются огромные проблемы. Я на самом деле не понимаю, вот почему тролли вот прям вот бойкотируют покупку БКБ быстрое, если у противника много магии. То есть, вот, например, у тебя нет БКБ, тебе Брюмастер дал пиво. И ты не попадаешь. У тебя есть БКБ, вопросы решены. А так Брюмастер стабильный, тебе раз в 5 секунд закидывает пиво. И длится оно, кстати, 4-5. Слардар тебя станет, там, Деспрофит на тебя вешает сифон. Ну, как бы, магия, магия, магия. БКБ и все. Вместо того, чтобы купить БКБ, он берет Сашу Яшу. Ну, Саша Яша, по-моему, картину общую не изменит. Да, у него будет больше хп, но он все равно будет месать, и все равно его будет станить. Пошла ночь, погоня за Джерексом. Well played, говорит Джерекс сам себе. Что он повесил коррозив хейс и успел сделать блинкаут. Да. Да, Анну просто не остановить. Про него можно 14 тысяч нетворца против 7 утра, а двукратное преимущество готово. Появится бабочка, можно заканчивать игру. Свифтенник боится. На него Сларда повесил коррозив хейс, и он уже убегает. Уже понимает, чем все пахнет. И ДП находит Найтсталкера. Далеко идет Милан. Коррозив хейс есть, и Милан должен погибнуть. Атака. Наоборот, у Фатас приходится нажимать экзорцизм. Этого Китала. Более чем достаточно. Танчик. Пойдет ли чайник? Не успел. Форстаф есть. Чайник уходит в никуда. Есть урна. Можно подраться. Сайленс попадает на ОД. Уже антимаг совсем близко. Присосались к ОД. И что остается? А ничего не остается. Брюмастер разваливается. Должен быть булыжник. В тролля залетает. Есть ультимейт от Виверны. Летает ОД, станчик по двоим от Джерекса замечательный, Джейфо пытается сражаться, но здесь сифон по всем, поэтому Нутейл просто нон-стоп фуловый. Не отпустит отсюда, скорее всего, тролля, там даггер будет через секунду, вот он, коррозив хейс, буквально несколько тычек от антимага, это минус. Минус 3 в исполнении OG,
И они под хайграундом врага. Ну, к этому все и шло. Антимаг нафармил свои слоты. Остальные ребята тоже подошли. У ОД БКБ нет, хотя он хотел его собрать. Тут, правда, неплохая стеночка. Прошу прощения, неплохой вакуум от Дарксера, но стенки у него по-прежнему нет. Он ее даже не вкачал. Лол. 10-й левел на стенке. Ну, ему сносит базу. ГГ, пишет Милан. Без шансов. Да, действительно, без шансов. Мне кажется, такая игра сейчас ударит сильно по морали Ашером. Вот ну, слушай, там и так с моралью не все хорошо, я тебе скажу. Ну, сейчас вот 1-5. Будет добивание. То есть, понятно, что иногда ты выходишь на ринг и ты падаешь, но сейчас это просто добивание лежачего. Тут, не знаю, люди пикают антимага, и у тебя 0 станов против антимага. 0. Плачевные ситуации. Как мы видим, что и произошло. Да. 22 минуты, и OG, Flawless Victory практически. Хотя она... 7 фрагов у ашеров есть. Она говорит, в папчике было пожестче. В папчике я обычно, если фармлю, то у меня хотя бы замес есть. Тут даже замеса не было. Он фармил 20 минут, вышел, игра закончилась. Как-то так. Да. 2-0 в пользу OG. Очень уверенная победа. Впереди у